Ну а перед началом этого ролика я хотел бы попросить вас поставить лайк и оставить комментарий, как вам данный Battle Pass и данная новая коллаборация. Ну и не забывайте подписываться на канал, потому что очень много людей смотрят ролики без подписки, что меня крайне печалит. Так, ну что, всем привет! Собственно, новый обзор боевого пропуска Monster Cut. Это новая коллаборация для Smite и HRS. Это канадский независимый лейбл. С 2011 года он существует. Это электронная музыка. Собственно, не думаю, что он принесет много новых людей в Smite. Но в любом случае, каждая коллаборация — это превосходно для нашей игры. Поэтому давайте посмотрим, что он нам принесет. Стоить он будет 700 гемов за обычную версию, 1300 гемов там плюс сколько-то там левелов, но, как вы знаете, в Смайте Battle Pass выкачивается очень быстро, и покупать версию за 1300 гемов я абсолютно не советую. Ну и плюс еще подорожание этих самых гемов. Ну, короче, берите за 700 гемасов, только по моей ссылочке в описании будет. И давайте смотреть. Итак, боевой пропуск Monster Cut. На первом уровне при покупке нам дастся вот такой вот облик на Гильгамеша. Что логично, новый бог, новый скин, как говорится. Выглядит он, кстати, забавно. Выглядит он забавно, поэтому... Ну, скин уже мне нравится. Давайте смотреть дальше. С 1 по 10 левел, что мы кроме скина получим? Мы получим краб Хепри аватар. Этот скин мы видели сейчас в ролике в начале, поэтому, ну, мы понимаем, что скин такой будет, поэтому и есть у нас аватар. Что забавно. Аватар забавный, как и сам скин. Самоцветы. 30 самоцветов. 30 гемов. Я хотел вначале посчитать, сколько всего даст нам боевой пропуск гемов, но мне реально лень это делать. Я не считаю это нужным, потому что он в любом случае себя не окупит. Кому будет не лень, можете написать в комментариях, сколько гемов вы насчитали, потому что мне, я не хочу этим заниматься. Я хочу просто посмотреть, что мы получим уже вот по результату. Так, куча усилителей, наборов... Так, очки зрителей, естественно, будут каждый... Вот в каждом 10-м левеле, так сказать, каждые 10 левелов будет по несколько. Если что, их можно на моих трансляциях тоже получать, поэтому приходим, смотрим. На 10-м уровне мы получим, аватар Monster Cut. Ну что, логично, и загрузочная рамка Monster Cut выглядит, ну ничего. Ничего примечательного, но забавно, тут будет где-то светиться, тут, наверное, тоже будет светиться, нормально, пойдет. Так, с 11 по 20 уровень. Опять кучу благосклонности, усилителей, очков зрителя, сундуки и музыкальная тема крабовый рейв. Это, наверное, как раз таки тот рейв, который играл у нас в ролике, там где Хепри. Так, усилители, набор комментатора Сулливан Кинг. Я не знаю, что это значит, но какой-то набор комментатора. И эксклюзивный аид облик, слушай. Блин, выглядит-то круто. Выглядит-то круто. Не будем обозревать его способности и все остальное. Наша задача — понять, стоит ли 700 гемов этот Battle Pass. Но первые два скина мне уже нравятся. По идее, нас еще ждет здесь реколор, как правильно, какого-то существующего скина. Но классно, выглядит классно. С 21 по 30 уровень еще гемы. Усилители, сундуки. И ковен, экран загрузки. Но выглядит нормально. Там, по всей видимости, арена как раз-таки конквест, на которой мы сражаемся. Ну, что логично тоже. Там же есть у нас вулкан на заднем фоне. Наверное, это вид издалека. Выглядит забавно. Еще гемы. Так, музыкальная тема, слушай. Еще одна. Art Music 2. То есть там была платная версия. В платной версии какая-то музыкальная... А, ну, блин, ну все-таки с музыкальной этой коллаборация, поэтому у нас и есть две музыкальные темы минимум. Облик возвращения. Облик возвращения забавный, прикольный. Так, с 31 по 40, что мы имеем? Куча усилителей, сундуков, еще самоцветы, очки зрителя. Глобальная эмоция Monster Cut. Картинка забавная, посмотрим в игре потом. Так, на 40 уровне у нас метка смерти Monster Cut. Ну, ничего такая. И Вард Монолит. Кстати, Вард Монолит выглядит забавно. Да, вард прикольный. Колоночка такая, плюс их эмблема котика. Выглядит прикольно. С 41 по 50 еще гемы, куча сундуков, усилителей и всего остального. И облик... А, подожди, вот это что? А, усилитель. Так, облик повышения уровня. Level up. Музыкальный level up, естественно. И на 50 мы получаем еще одну музыкальную тему. Это уже третья получается. Как-то перебор с музыкальными темами, но окей. И скин. Скин эксклюзивный Чан-Э облик, который мы также видели в ролике.
Выглядит прикольно, непонятно, что у него в руке какая-то, какая-то сосулька, которая светится, я не знаю, но выглядит как-то странно, ну ладно. Плюс забавный кролик, но на уровне хайпа Чан-Э сейчас очень актуальный маг, поэтому почему бы не выпустить на нее скин. И с 51 по 60 максимально, то есть премиальных левелов не будет опять, то есть максимум 60 уровней. Погнали, куча сундуков, куча всего. Что это? Отметка прыжка крабовый рейв. Ну, прикольно. Но учитывая то, что скин на Кепре очень-очень круто выглядит, то крабовый рейв прикольная отметка прыжка. Еще одна музыкальная тема, уже четвертая, поэтому имеет смысл, наверное, как у меня на стримах, рандомно выбирать все эти рамки, музыкальные темы, прыжки, потому что их слишком много становится. Еще сундук. Так, у нас есть звание Monster Cut. Ну, такое себе звание. Я бы на их месте сделал бы музыкальное какое-то звание, но более общего понятия, нежели Monster Cut. Кто будет юзать Monster Cut? Не знаю. Ну и финальный скит, естественно, у нас крабовый рейв Кепри. Ну, прикольно. При всех раскладах Кепри сам по себе персонаж забавный. Чего стоит только лобстер с маслом на спине. Ну, скин забавный, скин прикольный. Наверное, он стоит. Да, слушайте, боевой пропуск, по моему мнению, стоит своих гемов. Почему? Потому что здесь нет, во-первых, реколора, как любит ХРС добавлять в бесплатные вот эти уровни. Старый скин какой-нибудь, просто с измененным цветом. Тут его нету. Вот, ну и в принципе это опять-таки коллаборация эксклюзивная, вряд ли такая повторится когда-либо. Поэтому выглядит в принципе в целом забавно. Скин на Гильгамеша мне понравился. Ну что, как-то так, вот такой вот у нас маленький, как обычно, обзорчик, который вы крайне любите, потому что просмотров на них набирается много, комментов много, поэтому пишите, как вам в целом данная коллаборация и данный боевой пропуск. Ставьте лайки, если понравилось видео, дизлайки, если не понравилось. И не забудьте заглянуть в мою группу в ВК, потому что там будет розыгрыш скина на Мерлина. Поэтому я вас буду всех ждать. И спасибо за просмотр.